Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы будем с вами вязать вот такой вот узорчик. Узор односторонний. Подходит для свитеров, кардиганов и прочей верхней одежды. Присоединяемся к нашему мастер-классу. Раппорт узора составляет 10 петель. У меня для образца набрано 20 петель и 2 кромочные. Кромочную снимаем. Затем провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Делаем накид. Провязываем лицевую, накид. 2 вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Одну петлю снимаем, как лицевую нить за работой. 2 изнаночные. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Снимаем петлю нить за работой. 2 изнаночные. Кромочная. Второй ряд провязываем по узору. 1, 2, 3. 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. Дальше 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 5 изнаночных. Кромочная. Третий ряд. Провязываем 5 лицевых. 2 изнаночные. Петлю снимаем нить за работой. 2 изнаночные. 5 лицевых. 2 изнаночных. Петлю снимаем нить за работой. 2 изнаночные. Кромочная. Четвертый ряд вяжем по рисунку. 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 5 изнаночных, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 5 изнаночных. Кромочная. На этом раппорт закончен. Вот такой вот простой, быстро запоминающийся узор.